Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. На экране стартовый состав гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. На экране стартовый состав гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. На экране стартовый состав гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. И вот мы видим состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. На экране стартовый состав гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. На экране стартовый состав гостей. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Команды начинают эту игру. Поехали! Есть тут возможность к воротам убежать. Не получилось у них атаку развить, и мяч у соперника теперь. Как думаешь, что гости сегодня покажут впереди? Не удивлюсь, если они будут... Вратарь не фиксирует мяч, нужно играть.